Привет, друзья! Ну, конечно, мне нравится, когда гость, например, со мной на канале, мы беседуем, я про картины говорю, или гость хвалит мою картину. Ну, конечно, мне нравится, а как же? Ну, это первое. Во-вторых, комменты пишите, пожалуйста. И обратите, пожалуйста, внимание, я не оставляю без внимания никакого коммента. И поэтому я ставлю сердечки. Но сердечки – это дань моего уважения, что я читаю ваш коммент. Не пропускаю так формально. Отмечаю сердечко. А вот что именно я думаю по данному комменту, я могу написать там. Поэтому, пожалуйста, это учитывайте. Потом вот мы недавно делали с моим уважаемым другом, с Валентиной Эдуардовной Киселевой, разговор, беседу. Ну вот мне всегда интересно, вот человек, который пишет такой коммент, например, кто кого там рекламирует для продаж, вы там зайдите, купите. Вот такие комменты почему не ставите там, где действительно втюхивают какие-то глупости за большие деньги? Почему там не пишите эти комменты? Почему именно нам пишите, где мы делаем бесплатные ролики? У нас бесплатные ликбезы по 2-3 часа продолжительности, ежемесячно проходят, иногда 2-3 раза в месяц проходят, и у меня проходят, и у Киселёвой проходят. Почему именно нам, которые вот честно работаем, ну да, мы тоже хотим зарабатывать, как и вы, но мы же работаем честно. Вы там ставьте эти комменты, где нечестно работают, где такую ерунду, я вот смотрю по интернету, ну, такую ерунду, за такие деньги, ну, боже ты мой, вот там и ставьте, там вам раздолье, там ставьте. Цените свое время и свои силы, друзья. Это первое. Второе. Мы работаем честно. Без денег никто жить не может. Сделать сам диалог, это тоже денег стоит. Оборудование, микрофон, там, соединяться, подключать друзей, чтобы помогли. Это же целая история, это работа. А как может быть иначе? Дело не в том, что берешь деньги или не берешь деньги, а дело в том, что ты честно работаешь или обманываешь кого. Вот оно в чем дело. Вы так, пожалуйста, было бы хорошо, если бы все учились понимать, что такое честный труд. Вот мой друг, например, Евгений Каплун. Вот как я проснусь или засну, опять проснусь или засну, я смотрю, он как пулемет работает. Неуемный человек, он постоянно выставляет посты, постоянно выставляет рецепты приготовления той или иной пищи. Но это же работа. Это же работа. Не хотите, не берите, это же ваше дело. Это что-то я разошелся, На самом деле я хочу сказать вам хорошие вещи. У нас послезавтра будет ликбез. Очередной бесплатный, регулярный, который мы проводим. Zoom, пожалуйста, подключайте, там будет в комнате, ну, где будет идти трансляция, будет сброшен номер Zoom, вы туда подключайтесь, поэтому не стесняйтесь подключаться, задавать вопросы. Бесплатный ликбез будет по нашей тематике. Конечно, как избавиться от страха, как освободиться от неприятных ощущений, как настроиться на вдохновение, как получить энергию для того, чтобы создавать произведения. В любом направлении. Хоть в здоровье, хоть в спорте, хоть вообще руководить своей судьбой. Да, друзья, хочу, чтобы каждый из нас был здоров и счастлив, независимо от того, как вы себя чувствуете. Потому что самое главное, понятие здоровья, я прошу вас, внимание. Здоровье – это не отсутствие недугов или недостатков, а развиваемая способность справляться с ними. До встречи, друзья!